Евгений Петрович. Да? Извините, пожалуйста. К вам пришли. Кто? Товарищ Троянов, свой записатель. Говорит, что вы обещали его принять. Да, действительно, обещал. Просите. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Троянов? Евгений Петрович, вы, конечно, догадываетесь. Я хочу написать о вас. Людях, штурмующих космос. О вашей жизни, работе. Должен огорчить вас пока ничего интересного. Ни романтических сюжетов, ни увлекательных приключений. Труд, упорный труд. Чертежи, расчеты, математика. Пожалуйста, сюда. Взгляните. Космический корабль. Наброски. Но это же интересно. Да. Мечтаю быть одним из первых пассажиров этого корабля. Ну, думаю, что это произойдет не так скоро. Позвольте, но ведь еще Циолковский говорил, что именно наше поколение осуществит полеты на соседние планеты. Вижу, у вас подготовка солидная. Ну что ж, придется совершить небольшую прогулку в космос. Андрей Васильевич, да? Знакомьтесь, наш инженер. Гордеин. Троян. Писатель. Понятно. Пожалуйста. Прошу вас заходить. Это первый. А это второй спутник, Земли. О, Зай. Да. Прошу. Ну, а это? Ну, а это третий. А это? Тут. Экспонат. Пожалуйста. Прошу. Ну, как? Нравится? А что это такое? Космическая станция. Вечный искусственный спутник Земли. Она будет вращаться на огромной высоте. Простите, какой? Несколько десятков. Чего? Тысяч километров, конечно. Скажите, а вот что это за тарелки? Гелиостанция. Обсерватория. Батя с горючим. В этом кольце будут размещены лаборатории, жилые помещения. Но это, возможно, и гостиницы для командировочных. Представляю, их будет немалое количество. О, взгляните. А что это? Это письма. Письма от болельщиков космоса. Ого. Пишут все. Врачи, пионеры, инженеры, шахтеры, словом, все возрасты, все профессии. Вот письмо. Его написал довольно солидный человек. Ему уже 13 лет. Пионер, бывалый паренек. Пишет, что он летал на самолете, на вертолете. А теперь хочет полетать на ракете. Требует. Последний крик космической моды. Знакомьтесь. Это наш кинооператор Александр Листопад. Троян. Костюм изящен и, как прочее, надежно предохраняет от резких космических холодов и палящих лучей солнца. Хотите примерить? Я? Не решайте, а зря. А вот Саша себя чувствует в нем, как в пижаме. Эх ты. И ничего он не слышит. И общаться с ним можно только при помощи радио. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, пожалуйста. Это наш врач, Елена Михайловна. Троян. На испытание? Да. Леночка, сейчас, простите, я... Пожалуйста, пожалуйста. Леночка, значит, так условие? Да, конечно. Только ты не опаздывай. Простите, да? Можно мне побывать на испытании? Да, пожалуйста. Я еще многого не понимаю, но
эти дни, проведенные в Рокетном институте, уже перенесли меня в будущее. Но неужели мне и моим современникам суждено стать свидетелями вековой мечты человечества? Полета. Это так неожиданно. Целую, ребят. Прошу вас чуть-чуть правее. Вы хоть колпачок снимите? Колпачок? Ах, пожалуйста. Простите, как ваше имя? Ольга. А я Александр, кинооператор. Лечу, чтобы снять очерк о спутнике. А вы? Я... Вы научный работник. Почему вы так решили? В вашем журнале такие сложные черты, что у меня в глаза круги даже пошли. Я студентка. Лечу на практику в обсерваторию спутника. А это что? Это тема моей дипломной работы. Изучение малых планет, так называемых астероидов. Адониса, Икара, Амура. Что? Тросишь? Чуть-чуть. Поможешь вернуться, еще не поздно. Ну ты что? Евгений Петрович, а ведь там, в нашем небесном цехе, наверное, горячка. Они не подвели. Внимание! Приготовились. Станция наведения. Подтвердите участие в старте. Перехожу на прием. Командорский остров, прием готов. Хабаров готов. Брат готов. Новосибирск приему готов. Куйбышев приему готов. Ленинград приему готов. Харьков готов. Москва готова. Киев к приему готов. Внимание. Даю отправление.
ботинки, Садко! Корабль. Завидую вам. Завидую. Обещаем тебе, Василий Матвеевич, ежедневные радиопередачи. Внимание, внимание, говорит космос. Добро, добро. Но, конечно, в обмен на голову Земли. Разумеется. Да, кстати, о трассе. Наша служба космопути пророчит вам встречу вот здесь. Метеорным потоком. Встреча не из приятных. Ну и постараемся ее обезопасить. Но, по сути, последний этап подготовки. С нами прибыл инженер Градиенко как раз по этому поводу. Знаю, ждал его. Василий Матвеевич, вас называет некий Эрвин Бек. Хорошо. Включите. Есть. Я корреспондент радиогазетного концерна. Космонавт, спортсмен, любопытная фигура. Интересно, ну послушаем, послушаем. Добрый вечер, мистер Демченко. Рад с вами познакомиться. Очень приятно. И я рад с вами познакомиться, мистер Верст. Мы со стариной Кларком решили сделать небольшую вылазку в космос. Можете ли вы принять нашу ракету на спутнике? Следующий четверг. Милости просим. Спутник открыт для всех. Благодарю вас. До скорой встречи. На вашей Луне. До свидания. Вам хочется на Землю? Нет, мне хочется на звезды. Я очень рад. Почему? Раз вы не стремитесь на Землю, значит, никто вас там не ждет. А, вот теперь-то мне хочется на Землю. Почему? Потому что здесь мне некуда отложить. Пожалуйста, мистер Верст. Дело есть дело. Ну, прежде всего, я хотел бы сообщить вам о цели нашего прилета. Мы со стариной Кларком решили проложить путь в Марс. Да, господа, мы летим на Марс. Ну что ж, от всего сердца желаем вам удачи. Благодарю вас. Вы знаете, вы своим сообщением не на шутку заинтересовали нас. О, за такую новость дорого заплатил бы любой из наших газетчиков. Новость большой буквы. И вы знаете, я ее чуть не выболтал. Но, к счастью, я вспомнил вашу замечательную традицию. Сначала сделать, потом сенсация. Я прав? Вполне. Продолжайте, продолжайте. О, вы полагаете, что я наполнил сенсациями? Увы, в запасе у меня лишь просьба. Для прыжка на Марс мы хотели бы воспользоваться ракетодромом вашего спутника. Пожалуйста, пожалуйста. Мы готовы помочь. И всегда рады хорошим попутчикам. Мы тоже летим на Марс. Вы шутите? Нисколько. Корабль. Прошу вас. Почему вы не объявили о полете? Все та же замечательная традиция, мистер Верст. Сначала сделать, а затем сенсация. Или, как говорят у нас на Украине, не кажи гоп, поки не перескочу. Когда стартуете? Если не секрет. Ждем необходимого расположения планет. По нашим расчетам, время старта придано будущей неделе.
А вы когда? Срок нашего вылета находится в контрольном пакете. Ну, уже поздно. Всего доброго, мистер Дядя. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я должен связаться с Харлингом. Все эти новости мне чертовски не нравятся. А вы думаете, Харлингу это понравится? Да? Можно? Пожалуйста. Не помешал? Нет, нет. Прошу вас. Друг друга заочно, а вот встретились впервые. Давайте познакомимся поближе. Вы космонавт, я космонавт. Да, я вас много читал. Мистер Кларк, я давно хотел вас спросить. Спрашивайте. Как это вам удалось посадить ракету в Эль-Пасо? По моим расчетам, мы должны были проскочить Эль-Пасо и сесть где-то у берегов Японии. Вот чего мне это стоило. Я был от боли, но тормозил. Тормозил, чтобы сесть в Эль-Пасо хотя бы в расплющенном виде. Ваша матушка? Да, это мой ангел-хранитель. Когда умер отец, и мы потеряли все, я был все мальчишкой. Матушка посвятила мне всю свою жизнь и вывела в люди. Это было, пожалуй, потруднее, чем слетать на Луну. Я повторяю, мистер Верн! Вы летите немедленно! Мистер Хартик, насколько я понимаю... Вы ничего не понимаете! Станция наведения будет дан приказ пересчитать трассу полета заново! Мы не можем рисковать проигрышем во времени! Но мы рискуем жизнями! Это ваша обязанность! И никаких возражений! Мистер Хартик! Мистер Хартик! Мистер Кларк, вы знаете, что мы летим на Марс, и нами... Между Землей и Марсом установлен радиомост. По его сигналам вы легко можете контролировать свой курс. Я не понимаю вас. Мы с вами соперники в невиданном матче, и вы же беспокоитесь о том, чтобы я не проиграл. Величайшая задача — открыть пути к другим планетам, обогатить человечество знаниями о других мирах, заставить космос служить на благо человеку, живущему на Земле. Разве это не прекрасно? Если я расскажу об этом мистеру Хартингу, он отправит меня в сумасшедший дом. А если вы расскажете мистеру Хартингу, что мы объединяем силы для достижения общей цели, он тоже поставит вас в сумасшедший дом? Нет, тогда он отправит меня за решетку. Только это между нами, мистер Кларк. Жаль. Жаль, что между нами решетка, а не дружба, мистер Кларк. Поймите, мы должны перейти. Желаю успеха. Да. Мистер Корнев. Какой ночи. Ну, старина, мы вылетаем. Что? Да. И немедленно. Хартин так кричал, что радиотелефон был не нужен. Если мы вылетим при таком расположении планет, то нам может не хватить топлива. Но если мы окажемся вторыми, мы полетим не на Марс, а ко всем чертям. Что с вами, Роберт? Вы разучились рисковать? Уж не хотите ли вы учить меня этому? Собирайтесь! До скорой встречи на Марсе!
немедленно уходите со стартовой площадки, мы отлетаем. Быстрее, Роберт. Стартинг для старта, мы не готовы. Но я должен был предупредить парня. Ну, Роберт, с Богом. Внимание, включаем. Сегодня вы нищий, завтра миллионер. Покупайте участки на Марсе. Баснословно дешево. Баснословно дешево. Только синдикат «Космос». Синдикат «Космос» $10 за акр. $10 за акр. Покупайте участки на Марсе. Леди и джентльмены, пейте коктейль «Космос». Фирма гарантирует, что после второго бокала вы придете в состоянии полной весомости и сможете произнести один лишь звук. Пип-пип-пип. Два бокала, и вы в космосе. Каждые 30 минут мы передаем репортаж нашего специального корреспондента Эрвина Верста в борту космоплана, летящего на Марс. Слушайте Эрвина Верста. Пройдены первые миллионы километров. Никто не нарушает гордый полет нашей ракеты. Солнце похоже на голову рыжей девчонки. Оно улыбается и приветствует нашу победу в космосе. Что скажешь? Так рисковать ради бума не понимает. Слушай. Надо бы поговорить с умом. А ты лучше сам. Сам. Ну да, понятно. Как себя чувствуешь? Немного голова. А в общем, я готов лететь хоть сегодня. Да? Вы к чему, Евгений Петрович? Я же совершенно здоров. Так ли это, Гриша? Елена Михайловна. Ну, скажите же вы. Григорий Васильевич не может лететь ни завтра, ни послезавтра. После такой травмы он вообще нуждается в постельном. Но, Елена Михайловна... Я врач. Лететь должен другой. Рисковать твоей жизнью мы не будем. Летит Андрей Гордиенко. Трудно расставаться. Я тоже не думал. Я что-то забыл. А что? Андрюша, м? Ты не сердись, но мне кажется, что
совсем не огорчен. Даже рад. Что ты, Лена, я огорчен. Честное слово, я огорчен. Вижу, вижу. И понимаю. И прощаю. Лена. Но так боюсь за тебя. Не надо, не надо. Андрюша. Что ты, что? Все будет хорошо. Мы вернем. Пора. Ну, до свидания. Родной земли. Пусть она всегда будет с тобой. Спасибо.
космического корабля «Родина»... Показания приборов. Сейчас. Радиация. Что это такое, Евгений Петрович? Амулет, что ли? Талисман. Талисман у вас? Горь земли, Андрюша. Нашей земли. Так, кстати, ты не забыл? Что? У нас же сегодня свидание. Да-да-да, свидание с вашей старой знакомой. Сейчас, включай, Евгений Петрович, минуточку. Здравствуй, мечта! Евгений Петрович, а это тоже ваше детище? Да, это летит наша молодость. Слушайте меня снова через час. Ох, чертова умника, выдумавшего эти рекламные передачи. Знаете, старина, я совершенно выдохся. Фантазия моя иссякла. Ну, где я найду им здесь сенсацию? Ух, сенсация, сенсация. Вам нужна сенсация, Верс? Она есть. Мы сошли с курса. Вы сошли с ума, Роберт. Никто там не поверит. Сошли с ума наши станции наведения. Они подвели нас. Вздор. Вы шутите, Роберт? Я не шучу, Эрвин. Мы сбились с курса, и вместо Марса падаем на Солнце. Смотрите, разве это не сенсация? Что ж вы медлите? Делайте что-нибудь. Мы израсходовали 2/3 топлива. Что же будет? Роберт! Спокойно. Попробуем вырваться. Садимся. Форсирую двигатель. Принять стартовое положение. Есть старт. Включаю. Андрей. Март. Сигналы бедствия. Кто это? Говорит тайфун. Говорит тайфун. Терпим бедствие. Терпим бедствие. Наши координации по звезде Сириус 24,5. 97,3. Помогите. Говорит тайфун. Говорит тайфун. Расстояние до тайфуна. Помогите. 12,4. Метеорные потоки. Плотность метеорного потока усилилась. Топливо. Ускорение будет огромным, Евгений Петрович. Будем рисковать. Конечно. Люди гибнут. Курс на тайфун. Есть. Сообщить земле. Идем на спасение. Включить носовые локаторы. Есть, включить носовые локаторы. Внимание. Есть. Принять стартовое положение. Есть. Включаю. Форсировать двигатели.
Тайфун. Я Тайфун. Помогите. Мы падаем на солнце. Мы падаем на солнце. Что же вы молчите? Сигналы помощи. Нет, Эрвин. Это сигналы новой опасности. Мы вступаем в метеорный поток. Что же будет? На этот вопрос, старина, я смогу ответить вам только в раю. Родина, говорит Родина, идем к вам на помощь, идем на помощь, держитесь, не падайте духом. Говорит Тайфун, вы слышите меня, ребята? Немедленно уходите от нас и подальше, мы в метеорном потоке. Вы, немедленно уходите от нас, вы слышите меня? Привет, земле, пошлите и лапу. Ну что же, не будем рисковать. Да вы что? Эрвин Верст. Все. Конец. Что с вами? Я знал вас мужчиной. Я ни о чем не сожалею. Только моя добрая матушка так ждет меня. Говорит Москва. Слушайте экстренное сообщение. Советский космический корабль «Родина» летит на помощь кораблю «Тайфун». Они? Да. Я так волнуюсь. Столько лет волнуюсь и погибаю вместе с ним. Ты видишь, он жив. Внимание. Иду на сближение. Приготовься. И еще раз осторожность. Ладно, до скорого. Я пошел. Thank you.
этого я и боялся. Что такое, Евгений Петрович? Мы слишком много истратили топлива. Молчат. Что произошло? Неужели беда? Не верю. Не верю. Не верю. Василий Матвеевич, потрясай сыну. Вот только не знаю, радоваться или плакать. Израсходовали все запасы топлива. Посадка на Марс грозила катастрофой. Находясь вблизи астероида Икар, пересекающего орбиты Марса и Земли, сблизились с ним и совершили посадку. Внимание! Спутник, подтвердите готовность. Спутник готов к запуску на Икар беспилотной ракеты. Даю отправление. Споткнуться на самом пороге. Сознай, в глубине души вы проклинаете. Пусть это будет жестоким, но полезным уроком не нужно соперничество.
Что вы, Евгений Петрович? А? Олег! Вот это вам. Прошу взять бокалы. Дорогой Андрей, вы, так сказать, знаменательный день. В общем, с днем рождения. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. О, знаю. Спасибо, друзья. Я никогда не думал, что мне придется встретить собственный день рождения в космосе. В космосе мы еще отпразднуем твою серебряную свадьбу. Верно. Друзья, Земля послала нам беспилотную ракету с топливом. Принять и посадить ракету на Икар – вопрос нашей жизни. Приготовиться к приему ракеты. Ракета на нашей радиоволне. Слышу. Перехожу на радиоуправление. Посылаю сигнал торможения. Предельное торможение. Получено экстренное сообщение. Обсерватории спутника зарегистрирована вспышка на Икаре. Эта вспышка совпадает с моментом прибытия на Икар посланной нами беспилотной ракеты. Связь с кораблем «Родина» прекратилась. Очевидно, посадка ракеты на Икар не удалась. Андрей, загрустили? Да. Невеста спел. Конечно. Да. Заметит ли Земля наши сигналы? Не знаю, но мысль великолепная. Построить такую лампу в космическом вакууме. Пулково, 19 июня. На Икаре ничего не замечено. Крымская обсерватория, ничего нового. Дели, ничего не отмечено. Лос-Анджелес, все так же. Прага, нового ничего. Милан, обсерватория, тоже ничего не замечено. Внимание! Говорит спутник «Дружба». Наблюдая Икар, мы заметили световые сигналы. Экипаж корабля жив. Вот что удалось записать. Рация уничтожена. Беспилотную ракету принять не может. А Икар уже приближается к Земле. Только сейчас можно думать о какой-либо помощи экипажу. Позднее Икар уйдет от нас к Солнцу. И тогда мы должны немедленно найти способ помочь им. Вернуть их на Землю.
Я знаю этот способ. Представляете себе, Эрвин, каким интересом будут изучать эти осколки геологи Земли? О, вы еще надеетесь вернуться на Землю? А почему бы нет? Да вы ведь сами знаете, что через несколько дней мы начнем удаляться от нее. Все дальше и дальше. И тогда сенсация. Трагическая гибель мистера Верста в космической мышеловке. Мистер Корнев, я устал. И черт с ней, с этой землей. Проклинаете землю, нашу родину. А вы что, благословляете ее? Да, я благословляю землю. Она вооружила меня наукой. Она дала мне крылья в космос. И самое дорогое, она учит меня приносить счастье человеку. Великая честь быть достойным ее сыном. Ну, Робинзоны, не встретился ли вам космический пятна? Пустота. Летите в звезды, вредовые, снитесь ну, тебя. Раздеваться и отдыхать. Есть. Земля, земля, земля. Мистер Корнев! Он
Миша Сома. Там, Евгений Петрович. Ракета с топливом. Миша. Не могу понять, как ему удалось довести сюда беспилотную ракету. Это немыслимо и представить. Очевидно, он пересек зону огромной силы излучения и буквально сгорел в ней. Приказано возвратиться на землю. К сборам. Представляла себе людей, которые спасли жизнь моему сыну. Внимание, внимание! Корабль «Родина» вошел в атмосферу Земли. Высота 280 километров. Механизмы работают безотказно. Thank you.
вот и все, Веруша. Опять мы вместе. Улыбнись. Побелела. Ребятишки здоровы? Что ты? Тебе было трудно, Роберт. Да, мама. Но зато я понял, что люди на земле намного лучше, чем я думал. А ты? Мистер Корнев! Мистер Корнев, от всей души благодарю вас. Вы не только спасли нам жизнь, но и заставили поверить в силу человеческой дружбы. Этого никогда не забудешь. Ну вот и все. Не очень намудрил. Да нет, знаете, не очень. Мы только разведчики космоса. Но пройдет немного времени, и человек овладеет космосом. Добрый путь